Итак, друзья, я стою на площади Киевского вокзала, показываю локацию. Значит, вот торговый центр, и вот моя машина. А вот и первая помощница. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Ну что, я первая? Да, это вы прекрасно. Первая. Чтобы у вас рейтинг был хорошим. Дай бог, да. Давайте сюда. Здравствуйте, нам, здравствуйте. Выезжай, вот давай. Сюда, по кругу и вон туда, на этот там, самый. Да. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо, вас тоже с наступающим. О, наши старые волонтеры. Здрасте, здрасте. Помощники наши приехали. Какие так, вы молодцы. Давай лекарства туда сразу отдельно. Давай лекарства вперед, да. Все, лекарства вперед. Ага. Да. Все, спасибо огромное. Здравствуйте, здравствуйте. Почему? Как это не снимать наших помощников постоянных? Спасибо огромное, спасибо. Здравствуйте. Вот сегодня сколько у нас помощников. Спасибо большое. И вас с наступающим. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте будем погружать наши теперь. Спасибо большое. Ой, спасибо. Ага. Спасибо вам огромное, спасибо. Мимо так мимо прошли. И пошли, прям пошли. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Помощники наши постоянные. Мимо, да, смотрю прям таким шагом. С наступающим вас. Спасибо, что приехали. Здравствуйте, вы ко мне? Здравствуйте, давайте сюда. Так, у нас тут уже завалено. Ага. Помощники. Помощники, да. Спасибо большое. Давайте на ту сторону. На ту, да. Спасибо всем, кто откликнулся. Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня, наконец, на Киевском вокзале. Встреча происходит с приютом. Хочу сказать большое спасибо тем людям, кто откликнулся на клич Виктория по поводу лекарств, необходимости закупки. Удалось приобрести 35 вакцин, мультикам 8. Есть еще денежка на 25 вакцин, просто уже по времени не успевали, аптеки уже не работают в предновогодний день. Фосфолюгель. Три. Смекты большие, пять. Метрогил. Рингеллока 20 упаковок, 400 миллилитров каждая. Так что спасибо большое. Сейчас это мы перегрузим в машину Лили, и они уедут в приют. Огромное спасибо, кто помогал. Пугаете тут меня. Вон интервью еще привезли, молодцы. И мы с лекарствами. Молодцы. И с ведрами. С оленями. Да, с оленями. Здравствуйте. Что? Ой, пеленки привезли, какое счастье. Еще я заказала аминокапронку четвертую. А вот она сказала, Валентин, каждый чувствует, да? Нет, раз в месяц? Да. Надо мне как привязать тогда. Спасибо вам большое. Да, я с той стороны запихну. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Рады вас видеть. Боярский, если был путь здоров. Так. Вот тебе 31 декабря. Полная машина подарков. Так еще у меня там две шубы. Ну-ка, Машка, в сторону. Покажу. Сейчас. Да. Отлично. Отлично. Давай сюда. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Вот. Как приятно видеть знакомые лица из месяца в месяц, из года в год. Да. Помощники наши. Неприятно как. А вон моя машина стоит. Там еще корм есть. Это. Вот еще одна наша постоянная помощница. Здрасте, здрасте, с наступающим вас. Спасибо вам огромное. Вот это да, зверинец, это где-то опаздывает.
пока мы ездили на стерилку, кто-то принес нам корм, привез, супер, спасибо большое. Так, и мы купили ведер, спасибо двум Натальям. Мы купили ведра, это нам Кости отдали, и ребятам купили еще теплые перчатки. Вот, так что мы немножко разбогатели. Друзья, дорогой Тодос, благодарю за помощь. Рената, огромное спасибо, ребята. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что не забываете и помогаете нам выжить. Друзья, милые, я всем сердцем вам благодарна. Спасибо. Пожалуйста, приезжайте к нам почаще. Вот это все, что вы передали. Ребята, ну искренне, искренне, искренне от всего сердца я благодарю вас, мои хорошие. Спасибо вам. Большое-большое спасибо. Под навес сложили немножечко так, хаосом. Но, ребята, у нас пока нет другого помещения для того, чтобы складывать помощь. Все наладится, все наладится. Давайте дружить. Давайте дружить, мои хорошие. Я понимаю, что мы тяжелые друзья, но вы нам просто как глоток воздуха. Вы нам необходимы. И я всем сердцем желаю вам всего самого хорошего, самого доброго, здоровья, благополучия и успеха, мои хорошие. Спасибо вам. Реально, 2 градуса, холодно, жутко. Нам привезли бытовку. Кошкам привезли бытовку. Ой, блин, ура, ура, ура. Не видно? Снег. Не видно. Короче, вот такая 6-метровая бытовка. Так, друзья, мы замерзли, просто очень холодно, 2 градуса. Наталья, вот нам привезла, Наталья не хочет показываться. Наталья, не скромничайте, такой подарок нам сделали. Мы должны знать своих героев. Да ладно, вот каждый должен помогать. Каждый должен, да, но... Ведь внутри от этого приятно становится. Да, скажите нам что-нибудь еще для подписчиков. Ребята, давайте помогать. Когда помогаешь, самим светлее становится. Да, согласна. Вон сколько людей помогают. Приехали к нам гости, привезли корм, ведра. Ну, пожелайте нам чего-нибудь хорошего. Быть добрее и помогать животным. Угу. Наверное, спасибо большое. Главное. Спасибо. Но это вы не нам пожелали, это нашим людям пожелали, ну, да? Куда нам еще? Вот и ведра. Да. Спасибо огромное. Ага. Опять немного выпал снег у нас. Вот разносим воду последнюю. Несмотря на то, что рабочих мало, все равно, конечно, продолжаем кормить, поить максимально все вольеры. Это Света, наш волонтер. Да ладно, что ты? На вес золота, такие люди. Пришла вот сегодня драит у кошек. Чистота, порядок. Молодец, Света. Да, девочки наши сегодня потрудились на славу. Это действительно очень тяжело, потому что все замерзшее, лед, это все откалывать нужно. Так что, ребят, хотя бы вот приезжайте зимой хотя бы по одному вольеру. Вот правда, я вот очень вас прошу. Это очень тяжело. И ребятам, и помогайте, можно и корм развести, и воду. И, в общем, любая работа найдется, и у котов убраться. Ну, в общем, приезжайте, пожалуйста, в Чехов, в приют «Лохматая душа». Всех с наступающим Новым годом! Спасибо. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! И в преддверии Нового года смотрите, какой красивый снег. Все будет чистое, пушистое, укутанное, вся тоска, вся грусть. И будет только надежда, радость и что-то светлое, что хочется верить. Во что хочется верить? Друзья, дорогие мои, «Лохматая душа» верит в вас. И от всего сердца, от всей лохматой души поздравляет вас с наступающим Новым годом. И желает всем сердцем, всей душой вам добра, радости, счастья и, самое главное, крепкого, крепкого здоровья. Дорогие мои, я благодарю вас за то, что вы с нами прожили этот год. Он был очень трудным. И я надеюсь, что Новый год будет у нас таким же плодотворным, как сейчас.
Я благодарю вас и поздравляю вас с Новым годом. Спасибо за все.